И всем привет, с вами Никитос Барбос, или же просто Никитос Плей. И сегодня я вам покажу, как же установить мод IndieCross. Да-да, вы не ослышались, это IndieCross. Думаю, многие подписчики мои ждали этот мод, потому что он действительно классный. В общем, сейчас не будем тянуть кота за яйца и приступим устанавливать. В общем, заходим в браузер, переходим по ссылке, скачиваем АПК Psychic Engine. Это вот тебе Psychic Engine. Потому что, ну, все сейчас моды на Psychic Engine делают, конечно же. Вот мы устанавливаем. Вы здесь нажимаете «Да». Но я нажму «Нет», потому что я уже скачал. Ну, как постоянно. Потом мы еще скачиваем вот этот файл. Это уже, ну, все файлы мода, как вы видите. Ну, благодаря этому мы будем играть в этот мод. В общем, тоже нажимайте «Да», я нажимаю «Нет». Теперь вы можете отсюда выходить, закрывать. И теперь мы заходим в... подождите, мы зачем? С ЦК-приватника заходим и устанавливаем АПК. Нажимаем «Установить». Ждем, пока установится. Вот. Уже устанавливается. Теперь самое важное. Теперь мы запускаем Psychic Engine. И вы нажимаете на кнопочку «Разрешить». Что это для того, что появилась эта секретная папочка. Нажимайте «Разрешить». Вот, нажимайте там «Ок», «Ок», и теперь мы... Так, сейчас. Вот, как видите, уже появилась папка. Вот. Теперь мы заходим... А куда мы заходим? А, мы, в общем, заходим в «Архивер», а потом мы... Заходим в download так, где у нас? Вот у нас АПК. Смотрите, что же мы делаем? Мы зажимаем АПК и нажимаем, нажимаем. И нажимаем «Просмотр содержимого», потом нажимаем «Assets» и выделяем вот эти две папочки «Assets» и «Mods». Мы нажимаем на галочку, потом мы отсюда выходим, заходим в внутреннюю память, заходим в Psychic Engine и вот сюда вставляем. Стоп. А почему меня не выбралось? Подождите. Так. Подождите, ребята, что-то у меня тут технические неполадки. Так, снова нажимаем. Просмотр содержимого. Assets. Мультивыделение. А, я забыл, надо же просто вот так вот сделать, копировать. Теперь мы внутреннюю память заходим, Psychic Engine, потом файлы и нажимаем на зеленую кнопочку. Теперь мы заходим в download и потом так ищем папку IndieCross. Вот мы. Нажимаем «Распаковать здесь». И смотрите, вот мы заходим в эту папку. Вот что, вот она, эта папка распакованная. Мы на нее нажимаем. Потом мы нажимаем «Мультивыделение». И нажимаем на вот эти... Нажимаем на галочки две. И нажимаем «Выделить». Все. Вот видите,
принципе, мы просто на любую зажимаем, например, цвет, нажимаем копировать. Потом мы заходим на внутреннюю память и все Heck Engine. Файлы, потом Mods. И нажимаем на зеленую кнопочку. И тут нажимаем вот здесь на галочку, чтобы здесь галочка была. Видите, вот она галочка. Чтобы здесь галочка стояла обязательно. Вот она. И потом нажимаем просто заменить. Итак. Все. Теперь мы можем спокойно выходить и запускать мод. Ах да, чуть не забыл. Смотрите, для тех, кто первый раз это делает, возможно, у вас этой папки не будет. Если у вас ее нету, то, скорее всего, у вас одна функция отключена. В общем, заходите в настройки, общие, и если у вас нету, то... Ой, не общие, а в список файлов вот сюда. И смотрите, и у вас обязательно вот этот, вот это должно быть включено. Если у вас нету папки той Psychic Engine, возможно, у вас просто выключена вот эта вот кнопочка, функция. Но если у вас включено и не показывается, попробуйте несколько раз запускать Psychic Engine, потом разрешите все приложения. Ну, разрешите, короче, этим все разрешения приложения. Тут все разрешайте, чтобы все было разрешено. Ну и здесь, если надо, конечно. Вот. Так, я здесь ставлю вот так вот. Я всегда это ставлю, чтобы оно не лагало. Вот. Все. Теперь можно спокойно переходить к моему прохождению мода. Ну, а мы погнали. Йо.
A brawl is surely brewing. And begin! Here comes a spooky bunch. We'll be right back.
drinking on a Friday night, yeah. It's time. We've all been waiting. But now the wait is over. Thank you.
turkey on a Friday night, yeah.
Thank you.